Ой, тут какая музыка, какая света. О, вот оно как. Ну, не, ну если, блин, какая-то новогодняя песенка, если честно, такое еще 98. Вы что, совсем что ли? Я ж долго буду пока ходить. Ладно. Хей, всем привет, путники интернета, с вами Никит Сума какая-то. Я продолжаю дальше играть в игру под названием Dread Templar. Игра похожа очень сильно на Dusk. В предыдущей серии мы встретили... Сейчас, подождите, я обернусь. О, да, вот он, незнакомец есть, и если можно у него... можно выстрелить. Хорошо, что нету надписи, типа, не стрелять... Ой, ну, точнее, нету того, что, мол... Знаете, когда в Call of Duty вы стреляете в... Там, в своих там написано, типа, не стрелять, все и тому подобное. Хорошо, что здесь такого нету. Так, ладно, продолжаем. Пока не забыл, скачивайте по ссылке в описании мою визуальную новеллу. Я просто хочу, чтобы в нее как можно больше людей сыграло, потому что, ну, ей надо реально пиар. Делаю все как могу, чтобы пиарить ее. Ладно, так, уже минута идет, значит, идем. Такое ощущение, как будто мы реально на последнем кругу ада. Так, здесь ничего нету. Ну, пока не, нет, пока ничего. Ладно, вверх тогда. Сбираемся. 98. Да, чувствую, уровень будет большим. Реально. Блин, что это за незнакомец был? Типа, хз. Ну, типа, душа, что ли? Ну, ладно. Потом как-нибудь, если что, поговорим. Ускорять перезарядку метательных катан. Тут две надо. А персонаж? А что персонаж? Скорее перезаряд. Что персонаж? Блять, что? Вот что персонаж, не понимаю. Ну ладно. С катаной это не должно быть связано вообще. Так, сохраняемся сюда. Е3, М3. Ага, окей. Погнали. Так, давайте мне уже противников, я уже соскучился, что-то под ним. Так. Вылезет, да? Вылазь. Нет. О, писец, это какие-то новые уже. Да, кто вы такие? Вы уже. Или это. Свет так падает на вас. Свет так падает. Да, скорее всего, наверное. Мне так не выглядит. Так, так, давай, давай, давай. Нет, я его не убил даже. Да ты должен был сдохнуть, блядь, задолбал. А, все. Чем-то напоминает Дума Торнал, да? Кстати, вот эта вот местность. Болото, по-моему, в The Ancient Gods. Есть локация в аду. Так вот, такое ощущение, как будто вдохновился разработчик оттуда. Ну, у меня прям реально такое ощущение. Так, берем. 60. Я, кстати, потише сделал, потому что на 10 даже ставишь, как-то ушам не совсем приятно. Я потише сделал у себя. Я не могу такую громкую музыку слушать, когда играю. Да и вообще не могу такую громкую слушать музыку. Так. Я надеюсь, я правильно иду? А, ну да. Оу-оу-оу, тихо-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 
летает и да, да, да. О, уже синие. Ой, блядь. Мать. Так, ну что теперь? Давайте попробуем так теперь. Отлично. Пиздик, блин, пиздик? Что это за сводка? Пиздик, что я сказал? Ладно. Сдох? Не, не сдох. Блин, нет, по-моему, нет. Его не до... Хэллоуин ивент там что-то такое было, кстати, тоже. Для этой игры. Может, это я это отдельно что-то? Ну, я если что, тогда сыграю после полного прохождения. Так, подождите, я снимаю, надо проверку сделать. Да, 4 уже не на... Блядь! Иди нахуй от меня! Я сейчас чихну еще. Если в чате вы написали «Будь здоров, спасибо». Спасибо большое. Или в комментариях. Ладно. А, нужна желтая ключ-карта. Так, ладно, сейчас найдем. Блин, как же я хочу, чтобы Джона Гамнага побыстрее выпустил Doom Sigil 2. Это ж прям писец, я очень сильно жду. Я надеюсь, он не в декабре выпустит, но, блин, долго ждать, реально, не хочу. Пускай выпустит пораньше, ну, серьезно, так хочется сыграть. Где кто? А! О-о-о-о-о! Опять! Не спускай ты ничего!
Так, ну у меня 84 без брони. Мне это плоховато. Секрет, блин, я, конечно, могу, но не хочу. Реально, мне не особо хочется. Это там есть один ютубер, да, я на него подписан. Подождите, я на него подписан, и вон там он играет, и каждый секрет находит. Но, блядь, это ж зашибись, сколько надо. Тихо. Ладно. Не получилось, так не получилось. А что туда? Может, туда реально надо? Ну ладно, я пойду по основному пути. Такое ощущение, что мне туда не надо. Мне туда надо. Вон туда, видите? Вперед. Я так и знал, вот реально. Но я не знал, что именно они появятся, но знал, что-то будет подобное. Что появится кто-то. Сука. Отвалите вы, блядь! Блядь, ну как они бесят, они отнимают так на жизнь, просто они летают, и самое наводят. Само наводящие эти хрени. Ну реально раздражают. Даже этот, как он. Ревенант так не раздражает в Думу. Вообще в любом Думе. Писец. Задолбали. Сейчас кто-то вылезет опять. Такое ощущение, нет? Нет. Мне нужно сохранение, как бы. Короче, нет, это спрыгивать. Пускай они идут сюда. Давай, прыгай. А, не можешь? Сука, не можешь, да? Сейчас. Он будет что-нибудь спускать? И спускать. А. Отлично. А, я могу наверх. Ой, блин, есть. Я есть. Сейчас. Подождите-ка, сделаем вот так вот. В космос. Нет, в космос не надо. По-моему, здесь еще. Сейчас. Блять! Блять! Вот этот проблемка. Тихо-тихо-тихо. Что я сейчас только что взял, я не знаю. Вниз! Все, отлично! Осталось эту гниду замочить сейчас, подождите-ка. Попал? Глянь, она летит, летит, гляньте-ка на меня. Летит, да? По-моему, замочит. А, вон она летит. А, не автоматом исчезает! Ну и клёво. Ну и нормально. Я надеюсь, сейчас не сдохну. Я должен её... я её замочил, точно? Мне предчувствие сейчас, что кто-то выйдет. Я этого не заметил, кстати. Ну ладно. 19 против... Не знаю, как-то маловато я всего тут сделал. 19 противников. Реально, мало. Мало. Так, сюда заходим. Нет. Значит, повыше нужно. Да как так? Что? Я не взял. Нет. Сейчас вот сюда. Взял? Твою мать, да что? В смысле, почему она не берется? Я ж думал, она возьмется. Ну тогда так. Ну, круто. Тогда вниз надо идти, а куда еще, естественно. А, подождите, дайте-ка я сохранюсь. Опять же, чтобы по 100 раз не брать этот ключ. Но я не думаю, что я сдохну, нет. Я буду жив. Блин, мне пугает, если они вылезут. Это реально это. Я боюсь этого. Как же этого не хотелось. Но придется убивать их. Тихо-тихо-тихо. Ага. Ага. Так, и теперь ты остался. Сейчас, подожди-ка ты. Тебя мы быстро кикнем. 3 выстрела или сколько я произвел? По-моему, 3. Она садит. Тихо! Тихо, тихо, тихо. Попаду, думаю. Блять. Ага. Вау! Вообще круто вышло, как мне кажется. Сохранение есть? Есть. Даже улучшение. Ну, мне тут нечего улучшить, по-моему. Вообще ничего. Ладно.
что ничего особо не нашли. Но сохранимся. Это крепость сейчас какая-то будет, я так понимаю. Блин, вот надеюсь, что босс будет легкий. Ну, полегче, чем во втором эпизоде. Потому что это жесть какая-то, если честно. Как это было во втором. Я ж охуел. Я думал, уже игру забросит, но нет, все-таки не. Так, иди-ка вы в... Ой. Сохраняться пока не буду, в этом смысла нет. Угу. А, попал. Зачем на такой раз только старинного? Так. А, я думал, здесь подвальчик, просто такое ощущение было. Так. Что за царство такое? Ну ладно. Хэллоуин ивент. Блин, ну то ли отдельно, то ли это в игре, я не знаю. О! О, локация мне уже это нравится по дизайну, вот. Отлично. Так, сейчас на нас набросится. Ой, я это чувствую реально. Ага. Там кто-то еще есть. Блин, надо твою мать! Вот этого я и боюсь. Не-не-не-не, это я в запас все сделаю. Блять. Вспоминается уровень, да, вспоминается. О, нет! Иди нахуй отсюда. Уходите все. А, ну хоть можно, знаете, сохраниться. Здесь она рядом есть. Так, отлично. Садишь голову и что, пофигу? Ты чё, серьезно? Что за хуйня? Что-то он долго вздыхал. Это бред какой-то. А здесь всегда количество врагов одинаковое, так понимаю. Попал, сарказа ты. Да? Ладно, можно сохраниться. Ничего страшного не будет. А тех мы кикнем, которые пуляют вот эти вот шарики. Сейчас. Да. Вернулся. Отлично. 40. Ну, я думаю, еще половину и все реально. И мы победили. Блин, люблю это что-то вообще замечательно. Хорошо, что их делают. Не забрасывают эту тенденцию. Так. Пройдите сейчас сюда еще. Ну, тварь, идите сюда. Вот вы. Я давно вас не убивал сейчас. Я в них не попадаю? Что за хуйня? Попадай! Странно, я в них как будто не попадаю. А, во, попал. Отлично. Сейчас надо как-то стать вот так вот. Зараза, давай, 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 давай. Сейчас я убил его. Да ё-моё, ну... А, во. Пока сохраняться не буду. Крепость. Удивительно, что не назвали крепость. Или цитадель, как обычно это в Думе бывает. И в Quake название такое. Так. Спускаемся. Вижу вот. В голову? Круто. Я не ожидал, если честно. Воу! Тихо, только не убивай меня. Две жизни снес, ну ладно. Хрен с ним. Оу. Тебя-то я не ожидал, но тебя... И ты, да, Аня. Или ты. Нет. Больше никто не будет выводить. Блять, да... Иди ты... Блин, я вспоминаю, если честно, как я иду в колледж, там какой-то дядька типа на собаку говорит, иди ты в хуй. Никогда не слышал такого выражения, но смешно. И обычно иди ты в сраку там и тому подобное, а тут иди ты в хуй. Так, на. Все? А, ну все нормально. Где? А, вот ты и здесь. Не, ну эта локация, вот мое почтение, она прям, мне кажется, запомнится. Понимаете, знаете, когда я играю в какую-либо игру, у меня иногда запоминаются локации, прям, это реально запоминается, это вообще. Запомнится, точнее, это классно, круто.
Да, понял, я понял, куда не надо. Сейчас нападут. А куда надо красную ключ карту, вы не помните? Я не видел. Так, хорошо. А, красная тут. Эльта. А, туда красная надо? Я могу ошибаться. Подожди, я не сдохну. Если я так сделаю. О! Мне удалось найти секрет, отлично. О! Замечательно. Клево то, что я на... А, подождите, а можно разбить? Нет? Блин, вот хочется, типа, вот после Dreadtem... Ебо! Dreadtemplar'а хочется сыграть в этот. Пиздец? Охуеть, мне удалось найти секрет. Это секрет? Я сейчас сдохну. Чувак, блядь! Сука, опять теперь долго идти. Ебало в рот, блядь, это... Озеро. Или море. А, все нормально. Я просто взбесился, думал, заново все надо идти теперь делать. Так, у меня секрет же не... Ну... Не найден, типа. Автосейв. Это ужас. Я не буду падать. И чтобы брать, на самом-то деле. Просто секрет. Ну, ой, брать. Ну, находить секрет, короче, я не хочу. Вообще не хочется, нет. Блин, какая красивая луна в аду. Отлично. Мне теперь ссыково, то что я теперь они будут бить меня. Так, аккуратно. Сейчас. Как-нибудь возьмем оружие. Сейчас. Вот. Погнали, блядь! Вот. Сейчас. Ну больше-то никто не нападет на нас. А, ты один? Я думал, двое. Лох. Лох! Ты раньше так не делал. Ну вот и все. Одеть. А, это впереди? Я думал, это где-то уже там. Сзади. Где-то примерно. Давайте я сохранюсь. Да. Ага, окей. Привет. Давай, прыжок. Подождите, куда теперь? Я так и знал. Ну, а что она выглядит такой золотой? Как это называется? Пушка просто или как? Которая ядрами стреляет. Она как-то... Она имеет название, но я не знаю на самом деле. Ну ладно. Пушка как пушка. Оу! Блять! Сколько они мне жизнь отнимают, я сейчас видел, у меня было достаточно. Их тут 10, сука. На. Так, теперь дробаш. А, не надо? Ну ладно. Кто? Тебя-то я быстро замочу. А, нет. Там что-то спереди... Да, бля, я ж... Благодаря звуку, хорошо, что я все услышал. Никого тут нет? Нет. Ой, сейчас еще. Уу! Иди ты нах! Отлично. Так, приготовиться. Вот это вот возьму. Это прям нормальный вариант сейчас. Взять такую куртку. Кто там будет? 68 жизнек. Никого? Опять. Покиньте уровень. Нажмите Е, чтобы покинуть уровень. Окей! Но... Как-то странно, на самом деле. Я думаю, буду путешествовать. А теперь мне что выходит?
Надо в другую картинку залезть, что ли, два уровня прибрать. А, искаженное время. А, это вот эти вот были. Ух, блядь! Фух! Что это? 129, блядь! Что? Писец! Подождите-ка. Сейчас я должен всех уничтожить здесь. Вот позже уже реально нужно сохраниться. Искаженное время. Что мы изменили? Что мы исказили время? Подождите. Я разрушил... Что я сделал вообще? Уничтожил вот этот... Блять. Подождите. Вот было время, да, окей, мы уничтожили и... Мы теперь в прошлое попадем или что? Как это понять? Не знаю, кто... Я так понимаю. Здесь же должна была быть дверь. Вроде как. Ну ладно. Так, куда нам? Туда идти, да? Сейчас. 129, писец. Долгий уровень будет, чувствую, да? Где? Ну, а куда? Ну, туда только. Ну, значит, сюда. Откуда вы, блядь? Откуда... Бля, подождите-ка, дайте-ка сохранюсь еще раз. Откуда они вообще? Они просто взяли и появились. Вот опять кто там? Кто-то попался в ловушку, кстати. Типа я впустил из прошлого вот их, что ли? Или как? Я не совсем понял. Ой, я здесь не был. Ты какой гад, на туда иди, назад. Ага. Кто... А, я думал, кто-то идет, ну ладно. Ко мне. О, интересное местечко. Я надеюсь, здесь босса не будет. Ну, блядь, ну... А я не удивлен, если он будет, ну, именно на этом уровне. Потому что, ну, сами понимаете. Так. Ага. Кто там? Сейчас мы все сделаем. В спину попал вроде как. Да сдохни ты, ё-моё. Ай, блядь! Фух, чуть не упал. Тихо. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Отлично. А, этот... Этого надо, да, было убить. Да его и так надо было убить, если бы он был бы призраком. Подождите, здесь есть сохранение. Не, нету. Я бы сохранился. 20 убийств, но это маловато. Отлично. Так, так, здесь аккуратно подбираем. А то могу упасть. Так, забрал. Блять! Тихо! Не идешь! А, нет, не. Твою мать, как этот задолбал уже. Так. Ты один здесь? А, вот сохранение вижу. Отлично. Никого здесь не будет. Фу. Искаженное время. То есть они. Я не понимаю, они из прошлого типа идут, что ли, или как? Ну, наверное, если мы разбили. Воу! Оу, откуда? Это хера! Ой-ой-ой-ой!
Да, они будут меня попадать явно. Да... Ты же хренище! Так. Стоп. Не попал? Попал. Все. Отлично. Так, ну что у меня остается? А, ну у меня много пушек осталось. Я вижу там этого чипа. Подождите-ка. Чипакабру, блин. А ну-ка, если так делать. Попал? О, действовать начал, блин, типа. Блин, меня начал стрелять. А, ну я тебя задел. Сейчас. Сохранись еще раз. Что-то несколько раз не сохраняться. Ой, закружаться. И по 100 раз всех не убивать. Мы и сохранились. Так. Что это за символы такие? 27! Не, блять, это блин, уровень будет, мне кажется. Все-таки. Так, стоп. О, попались! Отлично. Сдох. Ага. Да, во, все, сдох. Не попал. Вообще идеально. А, вот. Блять. А, летающие хрени эти? Я их тех не видел. Были другие же. Или это просто другой вид, типа? Не знаю, ладно. Ох, твою дивизию. Да блин, я просто в него целился. Тихо. Я ж надеюсь, он сдох, чтоб не выпускал еще. Ну почти. Сука! Я к другого стреляю, блин. Бесит. Козел. Сейчас надо опять назад идти и сохраняться, так понимаю. На. Да-да-да. На всякий случай, ребят, ну реально. Чтоб меня по 100 раз там не убивали, и мне не хочется этого. Поэтому сюда. Да. А, подождите, поднес, я надо. Так. Не надо меня только задевать. Не, никого нету, фу. Это в темный мир, типа. Что это за место именно вот это вот? Это не ад, явно. Нет, это так не кажется. О, тихо. Сейчас мы все сделаем. Сейчас мы и тебя грохнем. Тихо. Блять! Ага, я тебя должен был убить. Ай, блин, этих надо было кикнуть. Но у меня тут... А, не, мало патронов. Блять, да... А что мне делать? Этими стрелять? Ё-моё, столько потратил жизнь. Сука. А, тут еще не сдох. Как ты еще не сдыхаешь, если я этого создателя убиваю? Да ё-моё. Это нечестно. Забираем. Блять, пиздец. Почему? Что у меня и мало жизик и патронов. Надо отходить. Вау! Козел. Да иди там нахуй! Надо как-то. Сейчас, подождите. А, у меня патроны закончились. А что мне делать? Так, отлично. Вроде как выходит. 37. Очково, сильно очково. Возможно, там кто-то... Что-то за пушка. Угу. Вот ты, зараза, мог бы и меня убить, кстати. Но он задел даже меня, сука. Подождите, это еще не все. Мне нужны аптечки. Ага. Сейчас тут появится. А! А вот это я не знаю, что за пушка. Вау, блядь! Что? Пиздец, меня испугали. Подождите-ка. Пипец. Ужас, кошмар.
Дайте-ка я сохранюсь. Это... Звездец? Мне страшно было. Ну, реально, серьезно. Я только взял и... Бац. Бф. Они появляются. Ну, так неожиданно. Я не знаю, в этом видео надо проходить босса или нет. Давайте попробуем, типа, чтобы... А, там есть ну, я не заметил, ладно. А, и вы еще и здесь. Ну, сейчас мы их грохнем. Никто там не идет? А, не, никто. Когда он стреляет вот эти вот... Стрелами, стреляет стрелами, или чем? Кристаллами. Меня дико раздражает. Аски, ракеты, боезапас, 2. Что? Я, что, вот, что это означает? Я не помню уже, если честно. Что вот это вот я забираю, такое красненькое. Без понятия. Так, ну что ж, ну теперь... Я так думаю, наверх надо туда идти. Нам открыт пароход, теперь мы идем сюда и туда, да? А, вот ну что. Ой, блядь. У! Подожди-ка ты. Так, отлично. Вот блок нам пригодится. Ну, надо двигаться в этой игре, реально. Без этого тут никак. Так, ты меня не видишь, реально? Серьезно? Ну-ка, сейчас. Лук. Ну, сейчас, подожди. Отлично. Так, теперь это остается. Сдох? Сдох. Да, блядь! Заебал! Ой, я вниз спустился. Ладно. Все равно сохранюсь. Я еще раз говорю, я не хочу по 100 раз убивать, блядь, их. Поэтому мне это... А, ну тут аптечки, ну тем более нормально. Все, все, окей, сойдет. У меня еще это есть. 51. Блин, ну не знаю, ну почти, наверное, уровень я прошел все-таки. Куда я пошел? Вообще не туда, ну ладно. Блин. Ага, попал. Так, забираем теперь вот это вот. И что это ключ как-то даст? Подождите, а куда ее надо активировать? Не помню. С этой стороны не открыто. А, вот оно что. Понял. Сейчас все сделаем. Сейчас мы туда пойдем. А туда нельзя, на самом деле, в ту сторону, на ту. Бля, автосейвит. Ну все, я понял. Если автосейвит, то все, сейчас там будет такая дичь. Чувствую. Так, а, у меня ж ничего нет, ну ладно. Так, это выбираем. Оу. А, вот этих вот ебантяев надо летучих уничтожить. Все-таки. А их много. Тихо. Блядь, да идите вы! Все, мне пиздец. Я официально это заявляю, мне пиздец. Сок как один. Где? Сейчас. Куда мне? Что мне? Здесь никто не появится, не надо. Так, стоп. Вау! А ты-то что здесь? Подожди, а куда мне ты теперь? А-а-а! Все, я, наверное, труп. Все, как здесь. Нет, что-то напоминает, последний уровень. На меня все так нападают, блядь. Короче, нет, стоп. Это так не катит. Надо вот... Да, ну, если все на меня напали, то очевидно, что я сдохну. Нет. А что делать-то? Ну, как бы... Мне надо перепрыгнуть, что-либо, или что надо?
Ну-ка, еще раз туда. Ой, кошмар. Сейчас попробуем. Активируй время, блять! Охуеть. Пиздец полный. Я думаю, у меня не выйдет. Добиться. Пробиться. Ебать! Пиздец. Мне не пробиться, все, я понял. Да естественно, ну естественно. Мне надо как-то время. Время, мне надо время. А как, блин, у меня в запасе его нету. И что делать? Ну сейчас попробуем как-нибудь, ладно. Сейчас. Да блять, иди ты нахуй! А чё не сдох? Берем это и просто уходим. Тихо. Сука, вот это вот. Должна сдохнуть сразу, блять, ну иди ты вперед. А, 23, блять, и ты здесь? Воу. Блять, сука, летающая тварь, иди ты в пизду, ты летаешь. А, я хожу. Так, тихо, аккуратно. А, блять, пиз. Надо как-то обороняться, уходить от этого. Блять, тварь! А там же она одна или сколько их? Блять, их несколько! Сейчас, стоп, подожди-ка. Отлично! Где этот пиздюлина еще одна? По-моему, все, да? За мной не бегут. Или бегут? А, бегут! А-а-а! 5 жизек! Блять, аптечка нужна здесь! Алло! Я думал, что там кто-то есть. Нету? Что-то появится? Ага. Или нет? Лучше сохраниться быстро все-таки. Мы тех пропустили, говнюков, ну и ладно. Так. Не, чувствую не все, конечно. А, вот оно что. Так, мне интересно, а можно как-то проскочить? Вот. Что вот будет? Или опять пиздец? По-моему, пиздец. Да. Пиздец, это лучше бы я этого не делал. Естественно. Конечно, ну очевидно, это же Дред Темплер. Надо всех херачить здесь. Ну да, в принципе, это логично. Ну давайте попробуем, ладно. Хорошо. Я думал, игра уже залагала. Ой, зависло все. Ну что, побоялся? Сейчас. Я даже приготовлюсь. Сейчас, подождите. 5 жизней? А! Ай, не взял точно. Извиняюсь. То брать и не буду, ладно. Пофиг. Сейчас мы все сделаем. Сейчас, подождите. Давайте я сразу сохранюсь, а то, может, я опять буду вздыхать много раз, поэтому не надо. Нам этого берем. Отлично. Так. И... Ой, нельзя назад? О, беда. Беда, все, трындец. Это жесть, все. Пиздец. Просто эти бесят, они сейчас будут кидаться этими. Сейчас. Это, наверное, более полегче будет, естественно, чем тогда было на Е2М5. Что? Почему нет? Не издыхает, гляньте-ка. Или не долетает. Мне кажется, не долетает. Сука, что-то.
Да что за бред? Все? О, отлично. Ну что? А-а-а! Откуда? Почему? Я думал, ты сдох. Ага. Ну это херня, по-моему. Правда, по сравнению с тем, что было, я 2М5, это ж вообще. На этого с двух ударов или с трех, там я не помню, сколько убивал. Нет? А, нет, блин, типа не сдох. Да как ты задрал, ну. Так, я так понимаю, там босс будет. Или нет? Ну давайте сюда идите. Сейчас, я как-нибудь. А, о, о, отлично! Блять, где эта хуйня? Пиздец, я в шоке. Я пока это находил. Опять он появился? Сколько? Чего? Опять они. Я хуел. Я хуею, точнее. Я что, не убил их? Хотите сказать? Все равно испускает. А что мне делать-то? Подходить вот так вот стрелять. Ну, попадает, должно попадать. Попадай! Во, отлично. Теперь ты остался. Ну и, а, еще там есть. Ой, бля, как мне это задолбало, если честно. Ну и. Так не этих же надо еще. Они ж не долетят до меня. А я до них долечу. Ой. Извиняюсь. По-моему. А, там один остался. А, двое. Блядь! Хомуха. Хорошо, что отошел. У меня патронов-то особо-то нету. А, у меня автозаряд... Подождите. А, у меня автоматически все это делается. А, может сохранить. Ладно, окей, сейчас тогда пропустим это. 83 противника убил. А, все, по-моему, конечно, сейчас будет, естественно. И что, мне сюда можно идти? Зачем? А туда не надо? И здесь вроде как был. Да, я здесь был. Да пошел ты нахуй. Сейчас быстро все сделаем. Ага. Нажмите Е, чтобы покинуть уровень. А, вот оно как. Ну что, давайте искаженное время. Давайте, ладно, я этот уровень пройду, вот последний, конкретно здесь. Ну, в этом видео. Оно будет подлиннее, это видео, но тем не менее, чтобы было ровнее. Типа, четвертый эпизод мы начали бы манипулятор 44. Тут мало против... Ой, я чуть не сохранился, тоже не сохранился. Манипулятор, значит, у нас, да? Пипец, этому манипулятору будет сейчас. Надеюсь, босс будет легким. Я на это надеюсь. Так, тень мы взяли. Ничего не сделаем. Блин, ну, может все-таки уровни дополнительно проходить, прокачивался. Хотя, типа, ладно. Блин, да... Откуда? Вот это что за пиздец уже начался? Откуда они вы... Откуда? Я же сейчас шел, их не было. Они как будто вот зареспаунились конкретно, в прямом смысле. Ой, блин, ну ладно. Опять ты.
Ну ладно. Что это? Я век не открыл этот фильм. Ладно. Ладно, так уж и быть, сохранюсь. 44 пускай будет. Угу, сейчас я телепортнусь. И там босс будет. Да? Не, босс не будет. Там моя смерть, блядь, будет. Вот уверен. 36 уже. Не надо. Ага. Так, мы станем вот как-нибудь сюда? Да? Ага. Блять, все-таки. Вот говнюк. Отлично. Вроде не должны кинуть. Не, вроде нет. Куда ты? Тихо, стоп, не надо попадать мне. Нет. Ну там кто-то явно есть. Да как ты попадаешь-то, сука? Да не надо! Ну, вы понимаете, сколько жизни кто-то отнимается? А может мне все... Не, не надо. Ну там кто-то еще есть выше, ну а. Ну ладно, спасибо. Но мне надо было больше. Так. Блять, уже вижу, вижу вас, вижу, как этот заяц говорил, не знаю, погоди, вижу, так и вас я вижу, блять, кому-то. Блять, все равно попал, гляньте. А, ты еще и не умер, блять, и... на. Так, тот там тоже опять есть, вот я чувствую. А этот откуда? Бля, кому-то. Так а они заеб. Мне пиздец, по-моему. Такими темпами я буду долго их убивать. 14. Сука, 14. 14. Жесть, дайте мне! Я требую. Хотя что-то будет явно. То есть на меня нападут сразу, ну нет! Или не видят? А я не видел, блядь! Идиот, нахуй! Вот это меня и бесит, что заново теперь приходится. Ой, сука, как... Не, меня реально уже бесит начинает этот уровень. Назад-то я вернуться не могу. Не могу. Да, по-моему, надо было другое видео все-таки записывать. Ну все, я теперь буду жестко вас убивать, суки. Капсдаун. И находить аптечки. Там еще этот хер был. А я что, его видел, если честно? Ну даете. Кто-то там еще есть. О, что? Куда я залез? Ха, ни хрена себе! Прикольно. Так. Так, я помню вас. Что вас надо так вот убить. Так, отлично. Угу. По-моему, все. Хотя, мне кажется, там один... А, нет. Все умерли. Замечательно. 74. Блин, не, я хотел бы, чтобы она упала. О, тихо. Угу. Я на вершину попаду, выходит, и там будет босс. Ну все, я понял. Ну прикольно сделали. Чем-то напоминает кослепо... Кослеванию. Ну я его не видел. Странно. Да, напоминает Кослеванию. Тихо.
Не попал. Не попал. Ага, отлично. Так. Опять хуй какой-то меня вот будет стрелять, вот явно. Я даже не знаю, что взять. Сейчас, подождите. Вот. Кто бы это мог быть? Отлично, больше никого нету. Придурок тогда меня еще убил. Сейчас, подождите, подбегу. Катана урон. Но мне опять надо. Ну ладно, ничего страшного. Главное сохранить, я хочу, блядь! Жестко. А то реально мне надо они. Так, они могут телепахнуться, такое ощущение. Да? Ну да, по-моему, сейчас телепах. Это что было? Фух. Мне очко чуть не сжалось. Я думал, босс. Слава богу. Это уже в каком-то другом виде будет быть. А, ну естественно, тогда мы в про... О, я так понимаю, мы наверх туда будем забираться. Ух ты, мать твою. Сейчас мы тогда кикнем всех тут. Хорошо, что рядом есть сохранение. Если что, можно сохраниться. Если я убил. Так, а вас... Нет, не попал. Сейчас попаду. Отлично, 21. Короче, сейчас победим мы. Я надеюсь, босс будет реально полегче. Полегче, чем было в предыдущем эпизоде. Очень сильно на... Ой, очень сильно на это надеюсь. Потому что тут вообще самый сложный был. Кто здесь будет? Как... То есть, как он, блин, будет выглядеть? Я вроде как его видел, когда на ютубе, ну, на ютубе наткнулся нечаянно. На. Блять. Опять как-то звук меня бесит. Нет, а надо вот этих вот убить. Так, стоп, 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 стоп. Тихо. Да задолбали вы, на! Чтоб не мешали мне, когда я буду бить босса. Надо все-таки их и убить всех. Так, сейчас. Ага. Еще раз сохранить. Да, извиняюсь, это может неправильно. Но. Мне никто вообще не запрещает, поэтому можно, считайте. Скорее, я, наверное, поступаю как крыса каждый раз, когда убиваю, как бы, волну демонов, сразу сохраняюсь, типа. Не, ну мало ли, если честно, я сдохну. Не хочется по 100 раз. Все перепроходить, поэтому буду так вот. Ой, блин, не ожидал. О, нет, это не надо, это не надо. Я вот этим воспользуюсь. Что назвали тамплиер? А, ты не попал. Не попал он меня, да? Нет, не попал. Так, остается точно у нас 12 противников. Ну что, готовы? Ну 12 это реально мало. То есть уже все, финал. Опять маг. Я голос этот узнаю. Так, стоп. Зря, Никетсу! Наверное. Кто там? Оу. Вот надо было на тех использовать это. Или на босса, скорее всего. Ну ладно. Где на босса надо было? Здесь сохранение... Ой. Блядь, чё? Ты ебан! Они... Да хрена отняли! Пизду, идите-ка. Куда мне там надо? А куда?
Что за... А, мне, или мне реально их всех убить надо? Мне 5 жизней, вы не можете меня убить? Серьезно? Я прошелся, я думал, я, может, сдохну. Это вполне был вероятный исход. Ты один остался с... А, двое. Я ж помню, что их двое было, что это они. Пиздец, у меня 5 жизней и... И чё? Подождите, а что надо делать дальше-то? Прыгнуть вниз? Нет, подождите, я сюда прыг... А, подождите-ка. Нет. А куда? А, у меня появилось это, все вижу. Я не знаю, сохраняться пока не нужно. Автосейвит у нас есть. О, все, сейчас босс будет, я вот чувствую. 40... А, да, а, еще ты не обратил внимания. Давай. Все, я готов. Сейчас. Я готов мочить эту тварь. Чтобы сразиться с боссом. Давай. Я готов. Где он? Показывайте мне эту хрень. Смотритель. Ой, я надеюсь, меня не будет жестко убивать. А-а-а. Оу. Ой, блин. Тихо, нет! Оу. Блять, тут боссы жесткие, если честно. Вот везде. Так. Здесь надо все учитывать, да? Я знаю, здесь все учитывать надо. Ну, блять. Так, а как быть? А, сейчас. А, блядь, ты охуел, у меня уже мало жизек. Ой, блин, чучело ты. Здесь глаз да глаз нужен. По-моему, он будет полегче, чем... Подождите-ка. Сейчас. А. Да, пиздец мне? Нет. Ну почти. И мне пиздец. 6 жизек. Сучка! Мне, по-моему, все трындец. Тихо. А! Давай! Убей эту тварь! Блять! Чуть-чуть! Я мог бы его кикнуть быстро. А, ладно, может сразу, типа... А, у меня замедление времени было. Ой, я ступил. Ладно, бывает, сейчас. Давай, сразу... Короче, замедление времени пока не использую. А мне в любого можно, типа, стрелять? Это или как это? А, ну да, рукой. Тихо. Блять, тут надо глаз да глаз, серьезно, блять. Не вижу тут ничего, блять. Оу, тихо. Тыц, блять. Ну, кстати, я достаточно ему отнял, как мне кажется, сейчас. Блять, попал же. На. А что нет? Ты охуел? На. Не отнялось? Странно, что не... Подождите, чего? Почему не отнялись у меня жизнь? У меня же 16. Ты не дебил, блядь. Это что за... Это так нечестно вообще. Пиздец. Что? Я 2 раза из руки стрельнул. Почему он не сдох? У меня вопрос такой. Так вообще нечестно. Писец. Нет. Короче, какая разница, я сейчас задану ему 2 раза. Появляйся. Ну, появляйся.
О, попал. Ой, все, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй! Так. Вроде он как бы легкий, но, блядь, надо смотреть тут за всем, блядь! Ай! А это что, это вообще реально? Пиздец! Ай! Эй, меня закрыли, алё, что мне делать-то? Ой, блин, не, здесь боссы для меня сложноватые. Ну, первый раз я его почти замочил, кстати. Так, тихо. Ага. Главное, что подпи... Так, и куда мне теперь сюда переть? Вот так вот. Блять, смотр, да смотр, надо, ёптую дивизию. Блять, иди ты в пизду! Только 4 уже. Конч! Оу, нет, 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 нет. Пиздец. Блядь, не вижу нихуя, сука! Сейчас сначала надо мощным оружием его кикнуть, а потом уже все. Мощным, сначала мощным, блядь, самым. Короче, сука, берем оружие вот это вот. Просто берем вот это вот оружие. Сейчас. И хрена чем, вот этим именно конкретно оружием. Сейчас. Вот. Отлично, 8 нажимаем. Блять. Да. Вот эти вот лазеры еще бесят, правда, серьезно. Сейчас, мы разгреб. Блять, на. Блять, да. 7-6 тогда. Сейчас. Давай, миленький, давай. Мы должны победить эту тварь. Давай. Да блядь, ну я прохожу сквозь эти лазеры, дебилы. Вау, тихо, полегче, блядь. Фух, тихо. Что за хуйня? А, фух. Я уже испугался. Мое очко. Ох, ох. В смысле? А. Я уже... Я думал, что за хрень? Все, точно, я победил. Этот босс, блядь, он легче, чем... Босс со второго эпизода и птить колотить, серьезно? Нажмите Е, чтобы покинуть уровень. Да, наконец-то! Да! Значит, надеюсь, что в 4-м и 5-м эпизодах будет босс лохи. Просто я надеюсь очень сильно, что там будет лохи. Фух, я победил манипулятор хрена. Все. Короче, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Блин, это было охрененно. Блин, вот я радуюсь тому, что этот босс был полегче, чем со второго эпизода. Ну, блин, ну серьезно. Здесь, как бы, у меня, хотя ладно, у меня тут жизни-то достаточно было, ну, в принципе, как и там, но тут попыток намного меньше, потому что, когда я играл в последний уровень второго эпизода, там же писец, я 2 часа реально потратил на то, чтобы победить босса. Это ж кобздец, это самый ублюдский уровень, как по мне. А здесь все было чики-пуки, так скажем, все нормально, серьезно. Тот уровень я явно запомню, как самый дебильный. Но пока что это, да, самый дебильный, а вот этот вот, он нормальный, он был полегче. Я бы охуел бы, если бы босс был бы... Ну, типа, мы сначала вот эту его руку, ну, как это сказать, вот эту голову синюю, допустим, сначала уничтожили, потом красную надо было уничтожить. Это ж писец был бы. Хорошо, что создатель так сделал. Ладно. Желаю вам удачи. Я уже все сказал. Так что скачивайте игру. Я вам советую. Все.
Ну, а в следующий раз посмотрим, что там будет за эпизод, что там будет дальше говориться, так скажем, в прологе эпизода.